брать. Прям как в Китае, да? Спишь, тут такая монстра. Че ночью-то они летают? Не знаю. Они же пришли летать. Не знаю, вчера взлетел, сегодня. Давай, улетайся, воскребайся. Улетай отсюда, фашист. Каждый, кто живет в комнатах, пара должна просто еще раз убедить коллектив, почему как бы они должны остаться в этой комнате. Мы друг другу нравимся, у нас есть друг другу эмоции. Я считаю, что мы ничем не хуже всех остальных, и мы достойны заехать в эту комнату. Вы уже, по сути, готовы в целом. Мы готовы заехать в эту комнату. Мы спим вдвоем просто на кровати, затекаешь ночью и так далее. Поэтому, естественно, мы хотим заехать в комнату, мы хотим также волшебства. Не знаю, они помирились. Обещаю, он не выйдет. Же, монстр. Ну давай падай, что ли. Только не на меня, чур. Палку, можно палку залезть. Да надо ему по башке дать, он одной лапой зацепился, уже почти падает. Гадюныш, давай отсюда, вали. Я два дня с ней разговаривал. Молча ложусь спать, молча встаю. Чтобы ты понимал, Оль, она этого не заметила. Вот ты бы ничего не поняла. Да давай, давай. Ой, он уже, по-моему, забежал. На лунном, допустим, Настя вчера сказала, что... Я только не на меня! Точку эту поставить. Значит, у нее тоже эти мысли были. Значит, все не